приглашаем вас еще раз в трио «Египетский фольклор». Первое место. Юниоры 1, начинающие. Итак, за занятое первое место в категории юниоры дебют табла соло Байстрюченко Алина, «Жемчужина Востока». За занятое первое место в категории юниоры 2, высшая лига, Ракс Шарки, Баштовенко Златослава. За занятое второе место в категории юниоры 2, дебют табла, Кобец Анастасия. Занятое первое место в категории «Ювенал 1», начинающая табла соло, Егиазарова Валерия, «Жемчужина Востока». За занятое первое место в категории табла соло, юниор, открытая лига, Барышева Полина. За занятое второе место в категории юниоры, начинающие, табло соло, Байстрюченко Алина, «Жемчужина Востока». За занятое второе место в категории юниоры 1, начинающие, соло, Шааби плюс 30 Шааби, Рожкова Валерия, сад Басима. Перепутали, значит, переделаем. Буквально 5 минут, и мы все поменяем. Ланкина Дарина, возьмите ногу грамоту. Буквально сразу, за секунду, она готова. Первое место. Категории юниоры, начинающие, Шааби плюс 30, Шааби, «Жемчужина Востока», за занятое первое место, Дегтярь Екатерина. За занятое первое место в категории юниоры 2, высшая лига, неегипетский фольклор, Башковенко Златослава, ТСК «Гармония», Днепропетровск. За занятое первое место в категории «Ювенал 1», дебютный египетский фольклор, Лисогор Арина, «Жемчужина Востока». За занятое первое место в категории «Взрослые», «Профессионалы», «Фьюжн», Сажина Юлия. Категория юниоры, открытая лига, Ракс Шарки, Дегтярь Екатерина, «Жемчужина Востока». За занятое второе место в категории юниоры 2, открытая лига, Ракс Шарки, Благодарова Анастасия, сад Басима, Запорожье. За занятое второе место в категории юниоры 1, открытая лига, Ракс Шарки, Иванова Анна, сад Басима, Запорожье. За занятое первое место в категории юниоры 2, высшая лига, табла, Башковенко Златослава, ТСК «Гармония» и СВТ, студия восточного танца «Анрита», Днепропетровск. За занятое первое место в категории «Бэби», дебют, Ракс Шарки, Бостон, Елизавета. Итак,
поддержку нашей группы. За занятое первое место в категории «Бэби» плюс «Ювеналы» Ракшарпи «Жемчужина Востока». За занятое первое место в категории «Взрослая открытая лига» группы «Египетский фольклор» Саад Басима, руководитель Наталья Басима. Взрослые. Саад Басима, заберите свои грамоты, передадите. За занятое первое место в категории «Ювеналы Дебют Формейшн» СТК «Жемчужина Востока». За занятое второе место в категории группы «Ювеналы Дебют Ракшарпи» танцевальный коллектив «Айгюль» Павлоград. За занятое первое место в категории «Ювеналы» плюс «Юниоры» открытая лига «Формейшн» и египетский фольклор Саад Басима, Запорожье. За занятое первое место в категории «Ювеналы» дебют «Формейшн» и египетский фольклор «Жемчужина Востока». За занятое первое место в категории группы «Бэби» «Ювеналы Дебют» шоу танцевальный коллектив «Айгюль» Павлоград. Бэбики маленькие. За занятое первое место в категории группы «Ювеналы Табла» студия восточного танца «Зафира» Днепропетровск.